Так, всем привет, друзья мои. Сегодня мы делаем, что это? Суши-роллы. Роллы. Роллы. Да. Рассказывай, из чего. Сейчас делаю крабовая палочка. Нет, вот это вот листик ты положила. А, это нори. Вот. Листочек нори. Листочек нори. Рис. Рис, крабовая палочка. Отварной. Рис какой? Обычный. Обычный. Какой? Длиннозерный? Да не знаю, какой был, такой купила. Рис крутой. Простой самый. Да, варим. Не соли, ничего. Не солим. Намазываем рис. Накладываем ровным слоем на эту... На нори. Нори. Да, дальше что? Сейчас положу огурец, крабовую палочку, плавленый сыр. Вот. Заодно и я буду знать, потому что я только ем, никогда не делаю. Делает дочка. Мне кажется, я как-то снимала уже, на даче делали. Не знаю, не вот, помню. Вот крабовые палочки. Вот так кладем крабовые палочки. Привет. Огурцы. Огурцы. И сыр. Сейчас надо еще принести, то у меня уже тут закончилось. Так. Размазывай, я пока покажу, что ты вот здесь уже... Там разные нори. Это нори... Ой, смотрите. В этом в Ханое покупала. Это чисто вот вьетнамские оттуда привезенные. Они другие, не такие, как обычно. С палочками, с рыбой, да? С да. чем? Рыбы здесь не делаю еще. С рыбой не делаю, еще будешь делать? А, вот еще рыба есть. Приготовлена. А, вот теперь смотри. Так. Это циновка специальная для закручивания суши, роллов. И сейчас огурцы... Провалились. Да. Ну, давай покрепче. А сейчас я оп, и циновкой вот этой закручиваю. Прижимается. Да. Сначала положил целлофановый пакет, потом специальную... А это чтобы ее не мыть, эту циновку, чтобы не выдавила. Чтобы ее не мыть? Ага. Ну все, теперь они отлежатся. Ты очень быстро. Вот. Теперь они должны отлежаться, потом их мы нарежем красиво. Да. Края обрежем и нарежем красиво. И вот в такие так. пиалочки соевый соус нальем. Соевый соус. Какие красивые пиалки-то у тебя. Да как много. Ой. Красота. На всех. Так, чтобы... значит, рис, плавленый сыр, лист вот этот нори. Потом... Можно салат. Там еще в каких-то я салат клала. Вот. Значит, огурчик для свежего такого привкуса. Палочки. Рыба. Кто с чем любит, короче. Делают еще и омлет. Вот. Такой омлет. Омлет делали, да, помнишь? Его. Не знаю, кто. Сашка делала, не я. Вот. Получается очень вкусно. И очень сытно. Очень сытно. И мы любим такое блюдо, и дети любят. И получается намного дешевле, чем если заказать в ресторане. Да, а фантазия, кого какая, можно делать любые. Фантазии, кто что любит, у кого что есть. Мама. Да я... Да нет, нормально. Я решила уронить. Ага. Надо сыр принести еще. Рис вот такой вот прям... Он должен если... быть жесткий, крепкий, как он, крутой. Да, вот крутой так. рис. Я делаю так, он у меня закипел. Я оставляю его стоять. Ну, закипел, 2 минуты 3 прокипел, и я оставляю стоять. Все, он у нас доходит сам. Угу. Все, а там, когда еще теплый, чтобы был, он холодный, если загустеет, то все, трындец, его уже не оторвать, он будет как клейстер. Угу. А еще, когда теплый, не горячий, чтобы можно... В общем, один раз надо сделать, а дальше уже потом получится это... Да, там уже пойдет... Как по маслу. Да, давай с рыбкой. Так. Вот сейчас. Рыбку солил сама. Да, рыбу сама. Вот. Покупала рыбу. Разделывала да. сама. Еще и попадается с икрой. Икру солит. Я вот не солю икру. Я могу дать попробовать свою соль. Не хочу икру, я кстати, не даже пробовать. Была очень красивая, крупная прям икра такая. Да. Сейчас вот еще этот закрутишь с рыбкой. Петь, а принеси уже... мне сыр из холодильника. Обычный. Ну, вот этот плавленый коробочку. Сколько я косточки выбрала из рыбы. Ну ничего, в процессе. Ничего не подавится никто. Выберут. Ну так в процессе еще посматривай. Да. Сейчас мне сыр принесут, а то здесь сыр почти нет. А рыбы можно еще положить, чтобы было вкусней. А то что, один рис есть. Угу. Рыбку и бутербродики можно сделать отдельно. Можно, да, но вроде как я решила суши сделать, потому что как-то салат и все это уже очень надоело. Да, а это все любят. Сейчас мы еще это все дело нарежем.
Да, и на блюдо я на большую сложу. Да, на блюдо. Сыр разный. Вот тут у нее сыр. Да не рекламируй. Сливочный. А здесь тоже. Дружба. А здесь другой, дружба. Да, я не рекламирую, это не реклама. Какой был в магазине, такой и купила. Ну, я и говорю, любой плавленый сыр. Нет, ну, может, кто-то прям вот любит конкретно какой. Можно, наверное, мягкий творог. Ой, да? Кстати, я же купила еще мягкий творог, да. Для суши купила к рыбе, хотела попробовать с мягким творогом. Ты не спеши вот так. Покажи нам. Вот так. Вот, прижимаешь. Вот и дальше. Рис твердый, поэтому такая клейковина получается. Да. Если он не очень клейкий, можно добавить, продается специально рисовый уксус. А-а-а. Слушай, наверное, уже вот сюда. Да, давай. Вот так. Ну все, покажем вам, что у нас получится. Ничего страшного. Ничего страшного, дети могут не слушаться маленечко. Ну и все. Порезали. Ну еще не все, сейчас дорежу. Да. Ну я просто показываю. Наложили целую тарелку. Целое огромное блюдо. Ну так да. Человек-то 10. Нас много. Вот так. Ничего. Че? Там все разложили, Полин? Да, вроде. Воду, стаканы все расставили? Это у нас подготовка к дню рождения. О, красота. Красота. Это с палочками, это с рыбой. Я уже хочу руки нормально. Что я попросила? Иди, мой руки. Что я попросила на весь ужин? Так, вот роллы. Много. И вот соус. Давай покажем, какой у нас соус. Да и много не надо, правда. Кому надо, добавят. Просто соевый, классический соевый соус. А что мы на соус? Ты что хочешь? Зальем. Тоже эту? Сейчас положим тебе. Сейчас. Соус, кашу, да. Кашу. Степ, ну как? Оцени, нравится ему. Вкусненько. Пока! Так, готовы у нас роллы, соус. Так что, друзья, всем на сегодня пока. Пока! Степка уже лежит. Всем здоровья и счастья, мирного неба. Всем пока.